Чемпион мира, мастер фиде, талантливый тактик Станислав Бабарыкин с детства сражается на черно-белом поле за честь нашей страны. Мальчик родился в Одинцово. Первым его учителем стал отец. Разглядев в сыне поразительные способности, он отдал его в шахматную секцию при школе «Надежда». Среди сверстников Станислав выделялся трудолюбием и огромным желанием постичь премудрости этой древнейшей игры. Почему именно шахматы? Ну, потому что хотелось заниматься спортом, хоть каким-нибудь, да, хоть это спорт и интеллектуальный, но вроде с другой стороны я в этом видел плюс, что круто, что будет развиваться мой ум, интеллект, вот, ну и сразу поставил себе цель чего-то добиться. Благодаря своей целеустремленности и уму Станислав уже через 2 года начал принимать участие в различных турнирах города, района и области. Сейчас за его спиной сотни выигранных партий и множество поверженных соперников. Причем не только среди слабовидящих. Несколько раз спортсмен становился чемпионом мира. Я являюсь 2-кратным чемпионом мира среди слабовидящих. Впервые я этот чемпионат выиграл в 2013 году в Сербии, в столице Белграде. Вот, это был чемпионат мира среди юниоров, возрастное ограничение до 20 лет. И потом в том же году в Дрездене, в Германии, в ноябре месяце смог победить в чемпионате мира среди всех категорий людей с ограничениями. Новостного сюжета едва ли хватит на то, чтобы перечислить все победы и достижения Станислава Бабарыкина. В этом году спортсмен снова стал чемпионом в составе российской сборной на 15-й шахматной олимпиаде для слабовидящих, которая прошла в Македонии. За свои успехи Станислав не устает благодарить своих учителей. На сегодняшний день меня тренирует Устинов Александр Владимирович. Это кандидат мастера спорта, тренер высшей категории. Именно с ним связаны мои основные успехи. Сейчас Станислав учится на психолога в МГИМО, тренирует начинающих шахматистов и готовится к следующим соревнованиям. Дарья Киреева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».